социальной сети распространилась статья премьер-министра Армении Никола Пашиняна в газете «Муларак», в которой он, будучи журналистом, писал о том, что склоняет голову перед погибшими 20 января 1990 года в Баку. В статье от 11 февраля 1998 года под заголовком «Армяне-азербайджанцы. Народы с похожей судьбой» Никол Пашинян задается вопросом, почему сознание армян омрачается каждый раз, когда речь заходит о невинных жертвах Азербайджана и Турции. 20 января 1998 года эфирный час телеканала, транслируемого по ОРТ, был прерван минутой молчания. Минута молчания была посвящена жертвам известных бакинских событий 1990 года. В этот день под танками советской армии погибли несколько сотен бакинцев. Минута молчания транслировалась и в Армении, и реакция в армянском обществе на эту маленькую минуту заставила меня еще раз задуматься о сознании, затуманивающем наше общество. Достаточно заговорить об азербайджанских или турецких невинных жертвах, чтобы наше сознание помутилось, а из наших ртов пошла пена. Мы наполнены удивительной ревностью в отношении других жертв, потому что в нашем представлении только мы приносили жертвы, только наши жертвы безвинны, и только мы имеем право жертвовать собой, пишет Пашинян. Он завершает статью следующими строками. 20 января я почтил минутой молчания память жертв 1990 года в Баку. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.